Привет всем, меня зовут Милиут, и сегодня мы будем продолжать строить особняк в Майнкрафте. Так, сегодня у нас будет очень быстрый ролик, поэтому можете не усаживаться поудобней. Так, ладно. Продолжаем строить крышу нашего особняка. Пожалуйста, поставьте лайк. Спасибо за активность под прошлым роликом. Мы собрали очень много просмотров, мне очень приятно. Так. Так, ну, знаете, я вот понимаю, что вот эту часть мы вообще не сделали. Хотя я вроде кругами делаю, но эту часть мы меньше всего заставили блоками. Поэтому сейчас мы ее будем заставлять блоками. Блоками, да, блоки. Я люблю блоки. Блоки, они такие идеальные, квадратные, все из пикселей. Еще где-то... Так, самое главное, что у меня ресурс пак 16 на 16. По идее, хотя здесь нет ресурс пака. Я играю с самым стандартным ресурс паком от Майнкрафта, от Mojang. Так, и он 16 на 16 пикселей, как подсказывает мне мой внутренний голос. Так, моего внутреннего голоса зовут Джимбо. Так. В общем-то, ребята, спасибо всем, кто сейчас сидит и смотрит. Мы еще где-то 40 секунд будем оставаться с вами. Экстра короткое включение, так сказать. Что у нас есть? У нас присутствует таймер. У меня, точнее, есть таймер в руках. И он показывает, что осталось 17 секунд. Эту крышу делать куда дольше, чем 2 минуты. Поэтому уж извиняйте. Будет еще куча-куча видосов. Они будут выходить каждый божий день. Не только по праздникам. Текс. Ну что ж, ребята, с вами был я, Милиудас. Всем спасибо, кто посмотрел этот ролик. Всем удачи, всем пока.